В Люберцах завершаются работы по обновлению дорожной разметки перед началом учебного года. В основном работы проводятся поздним вечером и ночью, когда трафик становится ниже. На регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах перед школами и детскими садами разметку наносят специальной краской со светоотражающими частицами, а в радиусе 50 метров на дорожном полотне обновляют дублирующие знаки «Осторожно, дети!» и «Ограничение скорости». Девушка, здравствуйте. Как вам обновленная пешеходная зона? Прекрасно. Скоро новый учебный год. Водителям будет лучше видно дорогу. Дети у нас становятся в безопасности. В настоящее время разметка обновлена на автомобильных дорогах местного значения на 52 объектах и на 2 регионального значения. До 15 августа все работы будут завершены.